Дни абазинской литературы и искусства к живым огням родного очага стартовали в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Мероприятие проходит в рамках декады литературы народов Карачаева-Черкесии. В этом году они посвящены столетию образования региона и столетию открытия республиканской библиотеки. Альбина Ламкова продолжит тему. В фойе библиотеки организована большая книжная выставка на тему «Художественная культура абазинского народа». Вниманию гостей представлены редкие и ценные книги из фондов отдела Центрального книгохранения. Это произведения классиков абазинской литературы и сочинения литераторов наших современников. Стало доброй традицией проводить в Государственной национальной библиотеке ежегодно декады литературы народов Карачаева-Черкесии. На мероприятии были приглашены представители культурно-просветительского общества «Алашара», журналисты республиканских газет, творческая интеллигенция региона, известные люди абазинского народа, студенты и даже малыши из детского сада «Улапсыш», которые приветствовали всех гостей мероприятия. Они прочитали стихи на абазинском языке и представили миниатюру. Кая на кота, тебе возраст. Папа тук зажит, а вас и сахат. Туля качаш, я ид хрекила. Специалисты библиотеки проделали большую работу, чтобы восстановить забытые и утраченные факты из истории народов Карачаева-Черкесии. Хочу отметить огромные усилия и заслугу в выпуске указанных книг журналистов газеты «Абазаш» и ее главного редактора, заслуженного журналиста Куловой Фардаус Казибановны. Практически материалы всех этих книг проходили, так скажем, через эту газету. Салых Апчаев отметил, что данные декады благотворно влияют на читателей и в особенности на молодежь Карачаева-Черкесии. Эти мероприятия в год столетия Карачаева-Черкесии всегда не имели очень важное значение, а в год столетия становятся еще более яркими. И то, что сегодня присутствует много молодежи, много детишек, и столько внимания уделено и основателям, классикам абазинской литературы, и молодым писателям, поэтам, замечательные выставки подготовлены. Это все работает на укрепление наших прекрасных отношений в нашей самой дружной, самой солнечной республике. Заключительная часть мероприятия была посвящена творческому пути секретаря Союза писателей России, доктора экономических наук и профессора Олега Итлухова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.